будем смотреть клип «Хей, малявка». Это снималось все в Москва-Сити. Этот клип за целых 2 месяца набрал целых 12 миллионов просмотров. Я ребенок, уже взрослый, читаю и пишу. Сама могу садить за хлебом, пузика гулять вожу. Было все очень ярко и позитивно. Каниколон как-то давал яркость этому клипу. Малявка и меня. Клип очень хорошо заедает в голове. Во дворе. Хей, малявка, хей, малявка. Песня очень заводная, позитивная, яркая. Остается дома в школе во дворе. Мне очень понравилось, как девочки танцевали, вместе пели. Как были разлиты цвета вот тут, как они танцевали, как они были одеты, припев. А песня крутая? Просто лайки.